Созвон делать будем? Чего? Я сняла. Старый графон? А, ну это я помню. Да, у тебя вылетал, у меня нет. Я знаю, ты меня предупреждал. Мариус, наконец-то я тебя нашел. Тирель, да. Да, теперь я... Теперь я узнаю тебя. Конечно же, ты скрываешь обличье. Я... Они все видят. Я так долго искал тебя, Мариус. Уже начал думать, не прячешься ли ты от меня. 15-15. Прости меня, Тирель, прошу. Я не виноват. Не виноват? Скажи мне, Мариус, кто же тогда виноват? Странник. 12 лет ждали. Это все странник. Любишь с радостью? Кажется, что те дни в цитадели были так давно. Я хотел спастись от воспоминаний среди других изгоев, высоко в горах, за восточными вратами. Я все равно еще раз смотрю. Ну, блин. Я гнал от себя сон. По несколько дней кряду, ведь во сне возвращались воспоминания о монастыре и о тьме, которая его поглотила. Сны, воспоминания, грань между ними стерлась. Неужели зло из моих снов шло за мной по пятам? Как он нашел меня? Этот сломленный, изможденный человек, с трудом волочащий за собой меч. Неужели он и есть тот ужас, от которого я бежал? Черт,
черт с ним. Казалось, он тоже пытался обуздать своих демонов. Но не мог. Так ставь еще выше. Выше. Я сглаживание либо фикса люблю, либо вообще без него. Я люблю резкие края. Где мой мужик? Я хочу мужика. Имя и человек. Вот. Нет. Ух ты. Только что живут. Говно. Говно. Давай. Алло, мне надо еще игру понижать, она ебошит. Да, ебошит. Вот. Все, все. Ну ты меня слышишь? Да. Нормально. Нет, что-то реально ебошит. Подождите. Да. Во. Вот так вот. Во. Здесь это невозможно. А ты где вообще? А, вот ты где. Вперёд, стой. Я думал, ты NPC. Пошли. Ты запустила свою? Так, или я, может, всё-таки включу? Пробую.
старой графики, то не такая грустная. О, да. Можно карту поменять, а то оно на весь экран. Здорово. А, это как? А, вот, вижу. Где-то в настройках. На табе я вижу, можно. Но она слишком здоровая. А можно ее в бок. О, а где? Настройки, игра, карта. Карта. И ага. Мини-карта и куда-нибудь справа. Мини-карта справа. Угу. Окей. О, другое дело. А, вот. Я уже думала, как ее включать там. Я Акара, верховная жрица сестер незримого ока. Добро пожаловать в наш лагерь. Но, боюсь, эти ненадежные стены обеспечивают плохую защиту. Бла-бла-бла. Привет тебе. Окей. Поедем? Да поехали уже. Какое-нибудь заклинание должно, наверное, быть. О, мужик хочет со мной поболтать. Здравствуй. Ля-ля-ля-ля-ля. Не знаю, кто ты. А, ну тогда тебе еще квест надо взять. Окей. Да я взяла, ну в который этот. Ой, ты, у бабы. Так, напомни мне, как журнал смотреть. Ку. Ку. Ну, который логово зла, да. Ну ок. У тебя, возможно, есть хоть магия на правой. Не в городе. Не-а. Тут нельзя, тут люди. Нет, нажми на стрелочку, и там есть что-нибудь. Атака обычная атака и... Так, нету еще ничего. Ну ок. Ничего нету. Пошли. Так, разберемся. Так, наверх бегать. Ну, так, надо... Так, а еще, по-моему, можно включить, когда предметы отображались. Участников, бла-бла-бла. Ну, включение, выключение, наверное. Тоже в игре самое первое. Отображение предметов. На включение, выключение или как? Ну, я так сделал. То есть ты нажмешь, они покажутся, нажмешь, они скроются. Угу. А какая клавиша для этого тогда? Alt. Так. Ну ладно. Будем так. А ты куда уже убежал, алё? Вот. Меня подождите. О. А лут общий, да? Ну я хз. Ну да. Это борьба за деньги, за зелье, за все. О, водичка-то. Да, я, моя любимая водичка. Да. Палкой ебошу. О, приоделась. Ну-ка. Говно. Говно. Я нога включилась. Слышь иногда, да? Ага. Ну, в смысле, опять я эту новую стримлю, она сегодня вышла. Вот, минут 5 назад. Новейшая игра с 95-го года. Вообще. С водичкой. Даже золото красиво подбирается. Угу. Тут вот секрет еще есть. Видишь, камушек. Да вот камушек. Тыкать надо. О, это тебе, к маме. Увидеть для начала надо. Одевай кольцо. Да, мы до скелетов. Я прокачался. Новое умение. Отлично.
пока один, да? Ага, всего один. Где с кем-то пить? Вон, бегает. О, еще один. Ой, возьми ману. Ага. А ты прочитай, сколько их можно сейчас. Так, ну пока что у меня их... Да. Как умение посмотреть, я не помню. Т. Вот Т. А, ну я пока только два скелета. Да. У меня был один, я поставил еще одного. Они не так вот так, что ходят такие вдвоем. Заданчик. Ну, я помню, старую проходил, штук 15. Ты рассказывал, да, у тебя прям толпа была. Но проблема только на боссах, все. Из скелетов я был никто. Звуков зомби. Морчат. Нет. Стреляться. Не хочешь? Пока не хочу. Камушков нет? Вот кого вы опять убили, а, пацаны? Ну, достаточно скелета у меня. Ничего мне надо. Ты еще не прокачалась? А-а. А, нет, вот есть. Дайте еще одного замучу. О, вместе веселее будет. По-моему, меньше лагать стало после бета. Но они же починили. Они же там только это как бы... Задержечку не чувствую. Хотя бы это. А, ну меня еще вылетало, когда я с графикой баловался туда-сюда. Тест-тест. Не, сейчас норм. Починили. Не зря на бета-тест сходили. Чисто посмотрели. Ой, я там такие листы написал. Ну да, ты вроде рассказывал, что там писал. Ну, по-моему, ничего их с боевой не сделали. Не, ну они ж пофиксили, лаги пофиксили. Да я про лаги не писал. Ну вот. Я писал про другое. Про сервак или что ты писал? Не, про сделайте лиди проще. А. Ладно, я уж разберусь как-нибудь. Чё. Ой, характеристики, чёрт, я забыла. Погодите. Во. Ну, там аккуратно. Я не смогу нести с, с перепрокачкой очень большие проблемы. Так. Вот в жизнях не ошибешься, думаю. Наверное. Посмотрим. Мана тебе вроде не нужна особо. Я вот сейчас разочек в нее вкачал, а потом дальше буду уже распределять нормально. А там посмотрим, как пойдет. Мне кажется, она выглядит как Diablo 4, если честно, которую вы видели. Ну... Я уже не помню, как выглядит четвертая Диабло. Я помню, как выглядят у нее эти трейлеры. Ну, я про это говорю. А саму игру я не помню. Ну, чуть-чуть игры было. Так. А что фигня какая-то? Фигня.
Гы-гы, пацаны такие угарные. Чуви, мы дома. Два года ждал эту игру. Дождался. Я не смогу нести больше. Текс. Чем я? С палочкой хожу? Ну да. Ну ты палочки, да. Но они зато на скелетов дают. Угу. Так, нахуй мне арбалетные болты. Я лук возьму. Я лук возьму. Вот. Щит из скелета еще потом прикольный будет. О, а это как? Не, ну я имею в виду, как в Альхемии. Когда Даша делала щит из скелета. О, скелетный это щит. Это а, еще штука. Будет. Либо голову зомби дать. Прикольно, прикольно. Одобряю. Пиздите его, пиздите. Так, у меня же было 3 скелета. Пойди сюда. У меня в третьей не помирали вроде бы. Но если помирали, они сами вставали. Их не надо было поднимать. Не, тут надо. Эх, ладно. Если помер, то все. Ладно, привыкну. Чуваки, ну пиздите его уже, а. Он бегает. Живем. Я в кого-то еще не играл. Будет интереснее. Так, 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 ты куда-то убежал. Я пытаюсь тебя догнать. Немного челиков пропускаешь. Ой. Так, иди сюда, говно. А, я вспомнил. Я писал, чтобы они это зелье объединили вместо вот этой подсканера постоянного. А, оу. А мне надо, не надо. Так, я хочу еще скелета. Который уже? Четвертый. Уф. Я люблю тусяк. Пока я троих вижу. Так, трое. Куда четвертого дела? А, хз. Так, сейчас. Только трое. Угу. А чё пишет? Так. Ну, типа, у текущего урона имеет 4, урон 1-2, здоровье 31, рейтинг атаки 65, урон всего скелетов 3. Ага. 3. Да, ну ладно, чуть-чуть подкачала. Ну там еще, по-моему, справа был владение скелетами или что-то такое. А, ну так, сейчас. Вот так вот будет. Мастер, да, надо потом поставить туда. Нет, он вроде не увеличивает, он их сильнее делает. Ну я и говорю, надо потом туда поставить. Ой. Ну, ты вроде пока на количество идешь. Ну да, мне надо нарастить армию, а потом уже буду усиливать. Такие эти прикольные. Волосатые. Нахрен не щит, нахрен вот это. А зелье я возьму. Это был первый босс. Я не смогу нести больше. Мужики, пиздим, пиздим, не отвлекаемся. Ты помогай, чё вы? Сейчас, подождите, я выбрасываю говнишко, которое у меня валяется. Царь во дворца. Ага. О, топорик. Сфера только для волшебниц. Она дорогая, вот такие, то, что колоть скиллам, оно очень дорого продается. Угу, я помню, ты объяснял. Я... Основной источник заработка. Я бы поюзал, но она не для меня.
твое дело, маленькие палочки. А как же косы там, что-то такое? А, ну да, кстати, есть. Вот. Кажется. Я ж третий таскала косы. С этими... Так, пора домой. Серыми. Теперь-то, разбойницы. Скелеты дома. Уи. Ну они ж свои, чё. Уф, продавайся. А, так, 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 где? Кому? Вот этой бабе? Много. Давай. Забирай. Забирай. Газики забирай. Так, возьму. Книжку, книжки парочку возьму для возвращения и для... Вот не, ну книжку всего одну надо, а потом туда свитки заносить просто. Нет, я взяла книжку для возвращения и книжку для распознаний. Да, потом туда вот. Свиток просто покупать. Я сейчас перекладываю. Вот был бы еще мешок для зелий, вообще бы цены не было. Вот, я хотел что-то такое, я им писал. Что пипец какой-то. Устаревшая фигня. Ага. Тебе амулет на регенерацию надо? У меня есть. Почему тебе не надо? Ну, ладно, себе заберу. Он, конечно, стоит 2300 с копейками. А, ну вот у нее как раз магические вещи есть. Вот, в оружии там твои палочки есть. Угу. И сейчас, они тоже стоят, самолетики. Сейчас я посмотрю, у меня тут просто зелье надо как-то разложить. Вот. Так, лук со стрелами положила. Так, палочки. А, ну посохи я тоже, получается, могу таскать. Да думаю, там нету навыков твоих. А, ну тут залп, молнии, тепло для волшебниц. Да. А-а-а. У тебя палки. А-а-а. О, палочка. Снимай доспех. Мастер скелетов. О, о. Блять, Аня, хватит. Все. Моя палка будет. Все. Так у тебя вроде... Уже на скелета был. Блять. Ну ладно. А ты чё, эти продала? Топазы? Да. Эх. Ну блин, у меня места нет. Ну, я бы забрал. Ну чё ты мне не сказал? Я бы тебе отдала. Так. 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 Это сюда. Это сюда. Вот сюда. Вот сюда. А, хотя... Это продать, это сюда. Вообще практика камушки копить в сундуке, потом их объединить можно в более крутые. А, ну как в третьей получается, да? Да. Продают их редко. Блин. Прикольная палка. 11500. Нет, я понимаю, что там на 3 навыка 50% урона по нежити и похищение 5% маны за удар. И водород, а? 11 косарей. Ну, цена за магию. Да. Ладно, я типа готов дальше идти. Надо квест тут взять. Ну я бегу. Ну как, вот я иду. А, так, погоди, где ты? Я тебя не вижу. А, так, умение. Что-нибудь еще. Это наши яды и кости. О, костяной доспех. Вот это, наверное, прикольно будет. Или проклятие. А, лучше проклятие возьму. Во. Да. Вот. Вот так вот. Угу. Так, подождите. Кому сдать? Бабе сдать? Не, мы уже сдали. Взять. А у кого взять? Вот. Сейчас. Добро пожаловать в наше славное логово. Добро пожаловать в наше... Если бы мы знали, как... Смерть не осла... Ну, типа... Так, сейчас. Да, блин, я забываю. Ага. Сестринский погост, да? Да. Ну, пошли. Будешь с топориками? А, блин. А, сейчас. Лови. Ага.
теперь на выход. Пошли. Красивенько. Это который на урон, да, вроде? А, да, чтоб этот, на анимагический урон, это для тебя. Ну и скелеты. Да и скелеты будут. Ну, пока что танчишь у нас ты. Вот. А что, фигачить будут все. А, у меня тут одноручный топор какой-то прикольный. Тебе надо? Ну да, есть прикольный. Ну, он неопознанный, я просто опознать его не могу. На, держи. Скелет, ну-ка вернись обратно. Там маны хватает? Так. Проклинать. Да, у меня 52. Я забыла, как переключаться на второй набор оружия? Я там просто лук поставила со стрелами. W. Так. Ага. Ага. Во. Ох, лука. Некроманта с луком я ни разу не видел. Дистанционное проклинание. Я на всякий случай взяла, мало ли. Вдруг мана закончится. А было бы прикольно какой-нибудь костяной лук. Но такого я точно не помню. А, ну да. Робин Гуд, некромант. Ну да. Граблю живых, отдаю мертвым. Ну а чё? Ну да, если он помрет, я думаю. Ну вот. Будет туда нести. Буду проклинать и стрелять. О. Прикольно. Бегай. Так, у нас там это, толпа. Работай. У нас есть скелеты. Вообще можем не играть. Ага. Набрать побольше, и пусть они сами занимаются этими делами. Вот там шашлык пришел. Я не смогу нести больше. Так, у меня тут ням-ням-ням, это нахрен мне не надо. Ням, почему? Нахрен не надо. Синенький-то продавать надо? А, блин, забыла. Я перегружен. Я забыла. Так, дайте мне посмотреть потом. Мне тут, в отличие от третьей, нравится ощущение удара. Я его чувствую. Типа отдача есть? Ну, да, само движение, попадание. В третьей вообще ничего такого нету. Чем? Они вроде говорили, модов не будет, а то я уж думал, реально тебе какой-нибудь костяной лук. Да. Жаль. Может, умельцы сообразят все равно. Ну да, господи. Практически к любой игре же соображают. Не, ну проблема, что у нас лобби-то официальное, типа, на серваках. Это хз. Ну хотя, думаю, если в рейтинг не лезть, то все норм. Ага. Это же все-таки, ну, будет чисто косметика, это же все-таки не читы. А, не, я думаю, хоть даже не косметику, а так. Не, ну, если даже косметику тоже можно, да. Ну, я про то и говорю. Сметос какой-нибудь. Меня уже заинтриговал ваш класс. Лучник-некромант. О, теперь у меня будет 4 скелетика. Сейчас надо подозвать. А ну иди сюда.
О, хорош. Сравняем силы, учитывая, ага, сколько их. 4 у меня сейчас. Не, ну сколько врагов, столько и нас. А, ну да. О, у меня один скелет с щитом. Мы там натыкали уже стрел. Освещение, конечно, топится. Ну, а как же эти лужицы? Водичка. Ну да. А вот тени, я смотрю, такой себе. Не, тени, в принципе, норм, просто они там по траве, они же довольно такие. По травке они такие, на земле они такие. Не киберпанк, ладно. О, сравнил с киберпанком. Надо Диабло в киберпанке. А, нет, мужик. Вставай. Убили? Ага. Так, надо каждому имя дать. Так, в смысле, ты когда... Ты палку-то убрала, она плюс один давала. А, блин. Ну, ладно, сейчас. Ты можешь палку переключиться, воскресить, переключиться на лук. Сейчас. Вставай. Нет, их трое. Я же ставила, что четверо. Подожди. Ты палку поменяла? Да, я на палке. Не, ну у тебя... Самая первая, она давала плюс один к скелетам, а ты купила плюс один, который улучшает. А, нет, к мастеру скелетов. Это, да. А та, она была такая же, я такую же случайно купила. А та была на, просто на скелетов, на количество. Ну, пока никак. Ладно, посмотрим. Надо было его держать. Первый серьезный босс. Где? Ну тот будет на кладбище. А. Слишком много пустых могил. Скелеты, фу! Пошли сюда. Проклятие твое тащит. Ну вот я и поставил специально. Там есть прокачивать, она там площадь увеличивает. Вот что прикольно. Угу. Уф, совсем. А, идите, на тебе еще стрелы таскать придется. Да, я поняла еще с того раза. А тот раз амазонкой был? Да. Некроманты и, по-моему, разбойницы, еще кого-то не было. Нет, их не было. Может, друида не было еще? А, да, вроде. Моя армия уничтожит. Нет, друид был, я же играл. А, ты волчарой бегал, я помню. Ебош. Получай. Я его прокляла, ебош. Это она. Ну, ее. Еще на тильду можно открыть весь пояс свой. Видеть, сколько зелий и все такое. Больно. Я не смогу нести больше. Пора домой. Пора. Залагало. А че это? Не могу распознать предмет. Я тоже не могу. И свитки даже не тратятся. Ага. ТЗ. А так бегаем. Да. Странно. Так, а сундук где? Куда мне это можно будет тогда убрать? Пошли. Я пока отложу. Может, потом исправиться, продам.
Ага. Так. Так. А мушек тогда отложу. О, все пролагало. Все? Сейчас тогда надо опознать и продать. Да. Мне кажется, народ дофига играет. Ага. При запуске. У меня желтый ножик. Прикольно. Это метательные. Ну, продам все равно. Не для нас. Да. Можно интересно купить. Вот, есть к одному умению скелет, но 12 тысяч. А можно мне к умению скелет, пожалуйста? Это я потяну. Даже с дырками есть. А, нет, это не мое. О, блин. Со скелетом только одно. Он дорогой. Очень. Печально. Так, а по бро... А, броник тут. Шапка какая-то стрёмная с дырками. На бронике это к кузнецу, наверх. Ага. Ой, за тобой уже баба бегает, да? А, да, сдай квест. А, так, ей? Ага. Даже не верится, что кровавый вор. Эту бабу еще одевать надо на О. Нанять можно, да? Нет, она уже у тебя есть. А, ага. А, о, одевать. Так, где моя баба? Ага, вижу, все. Теперь у меня будет куча живых и... Нет, одна живая и кучка мертвых. И тоже нужен лук, доспехи. Ну да. Привет. Что тут чиниться надо? Угу, так. Все починить? Окей. Лучок, говорите, ладно. А, ну я свой отдам. Ну или тут куплю вот этот. Ей отдам. Что тут мне еще можно купить? Сапожки возьму хорошие. Такс. Поясочек бы. Вот этот. Так, что еще есть? Перчатки у меня так норм. Куртку бы хорошенькую. Во, вот это вот возьму. Так, а бабу уже так же надо всякими куртками и прочим одевать, да? Куртка и шлем, и все. Угу. Куртка, шлем, ну-ка, на О. Угу, я помню на О, просто я смотрю, что ей дать-то. Ну, без шлема пока обойдется. Курточку я дам. Так, баба, на это куртку. Это мне пригодится. Так. На тебе лук. Я пока не могу этим воспользоваться. В смысле? Ну ладно. Если... Да, это у нее, для нее лук высоковат. Так. Я не могу это использовать. Но если что? Ты стрелы взять... Попроще. А, у нее свои стрелы или ей надо давать? Нет, не надо. А, ладно, ок. Так. Ну, какую-нибудь дешманскую шапку я еще взять. Ой, господи. Это лучше от микрофона делать. Ну, простите. Не в городе. А, на лук уровня не хватает, думаю. Ну, наверное. Так. Добрый вечер. Я сейчас тоже с этим столкнусь. Дешманскую шапку. А, вот шапочка. Нет. Это вот. Ну... Вот это. О, сумка. Это мне пригодится. Дырка. О, у меня есть дырка. Погодите. Так, где там этот? Ага. Ук.
О, поставила. Отлично. Ну я типа готова. Ну, дальше идем. Пошли. Ой, я опять. Дверь не закрывай. Нам мап залей. Угу, пошли. Так, это куда? Это сюда. Угу. Бабу еще лечить можно зельями. Да, я помню. Через shift можно на циферку нажать и прям ей уйдет. Блин, это где чья? Хоть бы как-то отличались, я не знаю. Ну потом мужики будут, кто-нибудь мужика возьмет. Ну ты возьмешь мужика, я с бабой буду бегать. Так, ты куда ушел? А, я за твоей бабой иду. Убиваем братьев скелетов. Ага. Неправильные скелеты. Я еще помню, я читал, что разрабы специально некроманта делали как рок-музыканта какой-нибудь. А видишь, голый торс, вот эти да, кожанки. Да. Да. Голая пузо. Типа у него же защита, вот эти вот все скелеты, потому что нахрен ему броня какая-то. Можно... Не, потом он оденется. Можно и сиськами посветить. Ох, нихера себе спустя. Я не смогу унести больше. Как это унести? Ну что удивительно, ничего не вылетело пока что. Угу. То есть смотрел запуски Вовки. И что там? Там все плохо. Очень плохо. Ну до последней части, да, все очень плохо было. Ну там огромные очереди, ты тоже помнишь. А, да, да, да. И потом и вылет, и все такое. Угу. Я не смогу нести больше. Опять домой надо. Угу. О, тут готовый порт. Ох, не закрывай, пожалуйста. Да. Так, камушек надо запихать. У тебя вот дырочки были. У меня одна дырочка. Еще один торговец есть. Ага, я бегу, бегу. Оу.
прикольно. По оружию. Ну, не очень. Вперед. Я должен пропускать. Дамы вперед. Ты не дама. О. Моду дама. С длинными волосами, что не вижу, что это мужик. Ох, ё-моё. Тебя уже встретили. А тут бочка разлетелась красиво. А? Так, где у меня третий мужик? Опа. Надо убить кого-нибудь. Бабу свою. Интересно, можно ли? Народу, как в ММО. Вообще. С вашими скелетами. Ага. Ну, привыкай, чё. Я перед пацанами. Там сказал, что их может быть до 15 штук. Вот. Я не помню сколько, там много. Ну и здесь их жизнь как-то ценнее, чем в третьей. Там дохнут и пофигу. Не, они там если сдохли, они сами встанут. Да, но их как-то не ценишь. А тут прям жалко каждого. Трупик ради него искать. Да, следить, чтоб не поранился. Нафига они тогда вообще нужны? Следить за ними. Нежные какие. Ну не думаю, что второй раз убирать так приятно. О, там еще големы потом будут. Ну да, я видела там. Можно глиняного позвать. Там глиняный, кровавый. Ну да, Васян. Васян. Он гораздо меньше. Прям Васяна, конечно. Не, тот у меня мясной Васян был прикольный. Он старогущий. Третий, да. Тут жалкая пародия. Вообще. Не, ну у тебя же еще у шамана тоже был Васян. Так, умение. Ну, на мастер скелетов пусть будет. А как же четвертый скелет? Будет. Будет, будет. Там уже новые умения, нет? Шестой уровень. Ну, я просто поставила на это. Так, у меня опять не определяется. Она пролагает и определится. А, у меня просто нету свитков. Это мой косяк. Мой косяк. Не, у меня пролагало. Скелеты стоят такие, бычат. Ну чё, кого? Еще бы зомби, было бы прикольно. Такие же звуки будут. Да, надо бы модов. Ну да. Поиздеваться. Все что ли? Типа да, чисто. А, на стрелочек еще можно карту двигать. Петя. Я пока так не трогаю. Меня все устраивает. Ну, мне опять домой. Ну, мне тоже. Привет тебе. Так, я хочу. Это распознание. Угу, угу. Вот, теперь забирай мое говно. Вот, кстати, в первом акте сопротивление яду бы пособирать. То есть следи за этим. Ага. Первый босс ядом просто убивает. Ага. Это по палочкам у меня. А. Пацаны, есть что на скелетах, только подешевле. Пожалуйста. Вот за 25 тысяч вижу. О, взрыв трупа за 11700. Прикольно. Я люблю взрывы трупов, если ты помнишь третью часть. За 4000 есть. У тебя сколько? У меня 2727. Ну. Угу.
маловато будет. Согласна. Есть два к скелету. Уф, за 7. Красота. Нечего продать вообще. Ка, щитов еще нету. Эх. Там у нее когда-то появятся костяные щиты. О, прикольно. Ну что ж, дальше. Так, я хочу подожди к мужику сейчас этому зайти. Это кузнец. Ну, баба. Это девочка. Ладно. Так, у меня что-то было на сопротивление яду, мне показалось. Не, ну еще рано, я просто, чтобы ты не выбрасывала. Не, ну я поняла, просто я видела. Так, сейчас я быстро пробегусь. Вот, есть, короче, кожанка, сокращает время действия яда на 25%. Ну да, хорошо. О, возьму как раз. Лишнее не будет. Так, а моя чё? А, попусь. Ну она нам часов через 10 понадобится. Не, может это нормально. Так, спортивные молнии, бла-бла-бла, всё, можно идти. Вот сейчас, вот посмотри на моих скелетов, они реально бычат. Ну да, такая поза. Пошли. А, ещё характеристики надо распределять. Ну здоровье, самый сок. Ну да. У меня здоровье, там у меня еще ловкость. Ну, ловкость, ну не знаю. Ну, энергия немножко. О, так хорошо будет. Раз я пока что, это, Робин Гуд с луком. А, ну, логично. Я типа саппорт. Ну, думаю, да. Они суппорт. Ну вот. Так что все норм. Я же и тогда, по-моему, была саппортом в третьей части. Да там вроде все к ДПСу сводится. У тебя же не было такого, чтобы прям помочь. Не, ну когда у меня появился этот на этих симуляторов, и ты ложился, мне приходилось танчить. Но это не саппорт. Саппорт должно так, чтобы я не ложился. Тебя слишком быстро укладывали. Желтая шапочка выпала. Я, правда, свитков нет, чтобы посмотреть. А что-то не покупаешь? Да, я забыла. Думала, она насобирает тут. Нет, тут обычно вещей больше, чем свитков. Ну, я заметила, да. О, камень хороший. Какой? На огонь. А. Вон, рубин. Есть киндерки? В оружие. В оружии нету. Ну, думаю, будет, если получится купить. Так, тебе на ману. Ага. Можешь всех проклинать, восстановиться. Она быстрое восстановление маны. Ага. Там уже замес. О, распознание свитер, свитер. Сейчас позорю, что за шапка. Ля! Да, желтый там обычно. Два, целый 4, список. 6 параметров. Беру. Это неплохая шапка. Выглядит стрёмно, но... Ну да, стрёмненькая. Но выглядит как будто чепчик. Ну, он есть такой, детский, кожаный. Детский чепчик. О, босяры. Всем накидываю проклятие.
чья-то баба вкачалась. А кто за чья? Моя. А. На лук дать. Ты просто мясо. Скелеты делают за меня практически всю работу. А в этом суть. Ну да. Третье такого не помню, там постоянно что-то сжать надо. Ага. Так, а как камни извлекать потом из этого? Не знаю, честно. Из вещички. Может, какой-то рецепт есть, но я не помню, что я это делал. Не, получается, ты их просто вставлял, а если, допустим, у тебя какая-то новая вещичка? Все. Ок. Возможно, есть какой-то рецепт. Но пока у нас куба нет, так что... А-а-а. Рецептов там, тоже... Там тоже, типа, есть кубка в третьей части? Да. О, прикольно. Распознание. Я нашла какой-то великий оберег искусности, дает бонус при хранении в инвентаре. Да, их, короче, с собой носить. Я пока. Он, короче, что мне дает? Плюс один максимальному урону, плюс 14% сопротивления яду. Во, оставь. Он понятно. Здоровый, да? Большая, три ячейки. Ну хотя бы просто оставишь, если не будешь носить. Ага. Ну, яду оставлю. Надо оставить. Конечно, оставлю. Так, мне надо еще один свиток распознания. У меня колечко валяется. О, у нас тут сейчас босс будет. Угу. Вон он. Он ебошит молнией. На. Все, кончился. Да, но мы сюда еще вернемся. Mm-hmm. Так, я забыла, как бабу лечить? Ну, либо мышкой протянуть ей зелье на аватарку, либо через шифты на циферку с зельем. Спасибо тебе. Угу, вот, все. А, так, даже пещеру спасибо сказать. Ну, она сказала, типа. Ну, надо в пещеру, но сперва портал тут найдем, чтобы сюда вернуться. Угу. Нам сюда вернуться надо будет. А пещеру пока запомнить. Так, книжечка. И тогда график. Квест. А, журнальчик. Ключики. Ключики, да ё-моё, сколько у вас ключей-то? Вот эти кабаны, они в третьей части были, если помнишь. Да. А коровы тут есть? Коровий уровень? Да, он отсюда и пришёл. Е-е-е. Это прям в конце игры. Ну, а, третий, как... Вроде... а как в третьей это все? Гоблины с деньгами там совсем нет. Добром? Нет? Нет. Только третий? Только третий. Эх. Ой, я хочу быстро бегать. Я... Саня. Поздно услышал. Ладно, у меня хотя бы зелье есть. Так, у меня умение. Сейчас, подождите. Так. Что я хочу? Ну, проклятие прокачаю. Лишним не будет. Я всякие яды собираю, продаю всякие такие гремучие... Они дорогие, да? Гремучие хуйку.
Но они на самом деле мощные, но так впадло их кидать. Ага. Так, у меня потерялся один мужик. Подождите. Во. Мужик на месте. Должна быть. Мужик на месте. Господи, у меня уже в сумке ничего нет. Надо портал дойти уже. Да. Где-то тут. Обычно у дороги. Мы ходим по дорогам. Господи, я зомби этих не сразу заметила, они сливаются, кстати, с землей. Зелененькие. Вообще. Зелено. Ну да, они прям зеленые, присмотрелся. Как травка зеленая. Эко-зомби. Эко-френдли зомби. Так, блин, подожди меня, я пытаюсь до тебя добежать. Еле-еле. Давай, ползи. Мужик, ползи. Я знаю, ты умеешь. Так, а где портал? Ищем портал. Ну, что-то вроде все прошли. Ну ты вроде знаешь. Я знаю. Ну, где примерно искать? Оп-оп-оп-оп-оп. Нет. Это случайно. А ну кыш. Кажется, должен быть. Я почти в этом уверен. Ну, на карте дорога это вот коричневая, да? Да, это дорога. Ну, вот тут какой-то вроде бы помеченный. Вот тут или нет? Колодец. Ага. И все. Вот он. Есть. Где? Где? Спрятался. Ого. Так. Мадам. Здравствуй. Здрасте. У меня, короче, бесплотная дубинка. Ну да, она не чинится. Я такие обычно не люблю. Одноразовые. Ага. Так, надо. Бабе надо дать шмоточку. О боже. А, на H, если нажать, будет справка, кстати. Да. Так. Бабень, держи шмотку. Пригодится. Пожалуйста. Так. Камушки убрать. Ну, пока рекорд 58 тысяч зажаждан. Вообще. Так. Чё по этим? Урон, взрыв трупа, лишение зрения. А. Уже по 50 тысяч пошло. А есть какие-то тисовые жезлы? О! Вот дешевый за 2. 7500, блядь. А я за 2 вижу, внизу. По скелетам? Да. Можно, пожалуйста? Так у тебя... У меня 2700. 2500, точнее, у меня. Вот он. А вот я нашла еще. Ну, вот я про него и говорю. А. Он 1900. Ну. Ладно. Так. Вот это мы продадим. Это мы возьмем. Все. Так, надо камушки еще убрать. Продать еще говнеца. А ключи вообще на что-нибудь требуются? Сундуки открывать. Ну, одну стопочку можно. Там 12 ключей в одной стопке.
но у меня их уже... Много не надо. У меня их уже 15. Одной стопочки хватит. Ладно, продам. Так, так, амулетик тут. Это вся шняга тут. Во, нормально. Можно жить. Да. Так, что по доспехам? Так, пила еще пояс на сопротивление яду 5%. Так, случай. Там, короче, тем. Пояс бывает, потом уже из двух ремней состоит, там уже больше зелий можно ложить. О, круто. Я один купил, но больше пока не вижу. А он как должен выглядеть? Ну, он из двух ремней уже. Пока что я вижу, что один, одни да. ремешки у меня. Угу. А, это я у кузнеца смотрел. Не в городе. Ага. Пока да, по одному ремешку. Ну что, едем? Да, поехали. Где ты? Сейчас. Нам куда? Назад в пещеру. Каменистая. Ага. И пещеру, которую нашли. Пошли. Мне бы трупик мужика еще одного поднять. Или он так встанет? Нет, так не встанет. Жаль. Мне надо организовать трупик. Надо поднимать скелетов из скелетов. Да. Все равно их пока что трое. Ну, ты с палкой, да? Да, и с палкой. А зайди в умение, сколько пишет? Трое. Ну, ёмон. Чё... А, если следующее, что говорит, если вкачать? А, так, это у нас. Ага. На следующем уровне. Так. А, он не говорит, да? Пока очка нет. Нет. Он говорит про то, что есть сейчас. Угу. А скелеты хорош. Хорош. Что, боковать хорош? Да нет, они что-то это бесятся. Да еще мод на бабу скелета. Все в скелет. Жена скелет, сын скелет. Любишь моды? Да, люблю. Баба у тебя там вытворяет такое. Где? О чем-то колданула такая, бух-бух.
А, ну она на точность колдует. А. Чтоб мы попадали лучше. Твоя вроде так же умеет. Я что, за ней особо этого не замечала? Как ты их различаешь вообще? Ну, я обычно за твоей бегаю, когда тебя не вижу. Моя где-то за пределом моего зрения. Надо бегать. Их поженить. Ого. Я. Пати. Уа, о. Пати, фу, everybody. Нужен амулет? На что? Ловкость. Ну давай. А тебе дореген. Ну, вы покруче будет. Супер сундук. Мужика в дребезги разнес топором. У мяса? Ну видишь, кровище. Ага. Все, на выход. Угу. Все почистили? Отсюда надо выход найти. Как а? Вошли, только другой. Где-то в стене должно быть. А что-то прокликать надо? Нет, он виден, просто найти надо. О, топор! Желтенький. Да. Это точно тебе. А, определить нечем. А, вон он. Ну такое, к сожалению. Фигня. Чем можно игру усложнить? Чем? Тут можно сказать, типа, мы восьмером бегаем, и она сложнее станет, но опыта больше. Фига себе, на бока и так норм. Уровни. Я под своим проклятием иногда из лука ваншотаю. У тебя проклятие мощнейшее просто.
Хотя тут потом враги будут такие же, которые будут проклинать. Вот это жесть. Посмотрим. А, еще тут смерть гораздо жестче, чем в третьей. Тут типа штраф за что-то. Ты все потеряешь. Ага. Деньги выпадут. Ну а все вернуться же за этим можно будет? Да, нужно будет вернуться. Ну как будто выживасики надо вернуться за трупом. А, ну, ну норм, не так страшно, в принципе. Эти кабаны помирают прикольно. Сейчас будут. Вот он, выход. Ура. Ура. Свет. Тут нужно найти дерево. Ну и портал. Мощные мои топорища. Вообще разносит. Топорищи. Надо бы это. Домой? Да. Парищи-то мощны, но вот карманищи, это уже проблема. Да, сундуков бы, рюкзаков бы. Ага. А вот с карманищами проблема. Тебе кольцо на ловкость надо? Не, ок. Таким не балуйся. Ну, мало ли. Так. Ой. Жезл за 50 000. 54 000. Господи. Вы чё? Надо найти ее поставщика. Угу. Кто эти цены вообще сделал? Я не понимаю. Ну да, я думаю, никто в деревне это позволить не может, кабуна продает. Она, у него вообще что-нибудь окупается, мне интересно, с такими ценами. Так, ла-ла-ла. О, хороший шпен. Ты хотя бы чинишься? Да. Так, сейчас ищу. Где тут торгаш? А, вот он. Так, посмотрим, что тут есть. Так себе, ладно. Есть какие-нибудь камушки интересные? Сейчас посмотрю. Желтенький так. Есть? А, топаз есть. Можно один? Можно. Пожалуйста. О, спасибо. Пожалуйста. Сейчас я все это разложу. Так. Так. И вот так. Все. Я графон переключила. Оп. Ох, я был. Скелеты более агрессивно бычат. А, тут, по идее, за женский персонаж должна еще жопка появляться. Они же закрыли. Да. Ну-ка, жопка. Жопка. Есть, да? Ну я вот тут вот, вот у бабы, которая вот тут ходит, у нее и жопка, и это спереди видно. А, ну и тут она довольно-таки тоже. И у наших бабищ тоже жопки. Ну-ка,
Повернитесь. Ну да, побольше в старой. Эх. А какой смысл тогда, если все равно можно на старую переключиться и увидеть эти жопки? Странно. Ну, для эстетов, не знаю. И спрятали жопы, и не спрятали жопы. Уж определитесь. Одну часть жопы спрятать. Так, все? Ну пошли, чё. Топор золотой теперь. Так, у меня тут выпала курточка на 2 ксили, тебе надо? Не-не-не. Нет? Я только купил. А, ок. Вот теперь 4 скелетика. Туса. Да. А чё там, магических ещё не хочешь? Нет. Или ещё нету? Пока нету, наверное. Ну, там они отдельно качаются. Так красиво молнией бьётся. Чем мешает третью улучшить? Так же. Она уже тоже устарела. Там голова, это прям тебе. Я голова. Вот. А зачем она мне? А это твоя некромантская фигня. А куда мне это? Что с ней этим делать? А, это вместо щита. На щиты. Прикольно. Она должна навыки какие-нибудь давать. Дает? Урон от яда. А, ну это пока не очень точно. Голова это выглядит как бутылка. Я просто бегаю с бутылкой. Ну, следующий получше будет. Но вещь хорошая. У тебя такой прикольный, такой золотой. Ну, я камни, да, вставил, как покрасился. Как из этого. Бронзовый из этого, из Вальхейма. Не, мне больше God of War напомнило. А-а-а. Что такого желтенького. У тебя вот такой же летающий. Оф. Там можно кидаться, можно. Есть метательные топорики. Есть портал. Е-е-е. Теперь нужно дерево. Оно такое большое. Пошли. А ты музыку у себя слышишь что-нибудь? Или убрала? Немножко слышу. Вот местами прикольные мелодии. То есть она так, она... Ну я так поставила, чтобы она не мешала. Она брычит прикольно. Dark Ambient. Угу. Вот такая это, гитарочка. Или что там? Желтый меч. О, головешка получше выпала. Что-то дает уже? Так, посмотрим. Урон от яда, плюс к немощности, плюс к клыкам. Ну, немножко не то. Но все равно она немножко получше, чем то, что у меня выпало. То, что ты мне положил. О, вон оно, дерево. Бой. О, желтый поясочек, отлично. А вот это кривое дерево ты искал, да? Да ё-моё. Я заберу. Так, теперь домой. К бабище правой. Орден приветствует тебя. Мне больше не... Готово?
Так, квест типа сдался или... Нет, сейчас ТП-шка и каменистое поле. Угу. И теперь к камням. Пошли. Надо их потыкать. Красиво. Ага. По кого-то вызываем или что? Нет, Тристрам — это знаменитый город из первой части. Mm. И в третьем в нем были. Клёво. Тут очень жесткий босс-кузнец. Он может очень больно дать по голове. Я буду с этим стрелять, да, по нему. К нему лучше не подходить. Раз проклятие подкачало. Ой, ой, меня вылетело. А ты в сети? Нет, типа да. Странно, создавал я, а играешь ты. Ага. У меня подключение как-то нет. Зависло. Или пока сражаемся как можем. В интернете уже пишут, что типа у них проблемы. Oh. Собственно, ничего не изменилось. Чё фиксили, непонятно. Теперь мне пишут, вы не заходили в сеть в течение 30 дней. Кузнец, который Гризвольд или кто? Ну да. Сейчас на мои хилеты фигачится. Я тоже хочу. И они его положили. Хорош. Ну лупай и пойдем еще раз. Получать. Там маленький щит, зелье выносливость. Ой, зелье выносливость это мне надо. Господи, там в чате уже матерятся. Причем ради просто того, чтобы поматериться. Ага. Я пока постою, тебя подожду. Я захотел присоединиться к своей игре, и походу это была ошибка. Ну, я все еще в игре Hunter Lucius, твоей, которую ты делал. Да, не, я не могу к ней. Да. Придется создать. Опять, выходи. Ага, сейчас. Создаешь? Пытаюсь. Большие сомнения, что либо получится. Давай я создам, что ли. Попробуй, да? Кто первый? Походу все поломалось. Думаю, не просто так народ в чате сидит. Все вылетело. Как там из Ведьмака? Когда же вы, блядь, научитесь? Или как? Да, когда же, блядь, научитесь? Всегда проблемы с серваками. Пишут, типа, у меня версии не было, игру нельзя создать, игру все еще не создать, у меня не работает. В чатях? Ага. А чё за прикол? Ну чё, все? Да я хз, я пока пытаюсь. Видимо, на сегодня все. А, типа вот, дали чуть-чуть поиграть, и все, и хватит. Засиделись. Близы забыли сервы включить. Да. Да, ошибка с соединением сервером. Ну ок, чё. Да близы уже по домам разошлись спать. Все работало. Ладно, чё.
за 2000. Да, что вы хотели, да? Сколько заплатили, столько получаете. Не говори. Кошмар. Ладно, чё. Эх, угрюмый мужик. Ты будешь мне сниться.